Ребята, всем доброе утро. У меня сегодня такой завтрак. У меня здесь такой вот хлебушек. Я впервые такой ем. Или мы впервые такое едим. Вот такой вот. Какой-то с морковкой. А затем здесь огурец, сыр. А здесь тоже намазка. И просто огурец и яйцо пожаренное. Два кусочка. Затем сделаю себе здесь йогурт. Простой такой вот греческий йогурт. Захотела, давно уже не ела. Яблоки и немного мюсли. Мюсли, я не знаю, как по-русски называется, как же она называется. Но я думаю, вы видите, что это такое. Здесь изюм, каша овсяная, немного такого темного шоколада, такое, да. И пью я вот такой сейчас чай. Ой, покупала. Это вишня с чем-то, подождите, скажу вам. Холунда и вишня. Холунда я точно знаю, как по-русски. Насчет этого чая, я три сорта покупала, сейчас пью вот этот сорт. Я представляла, что этот чай будет вкуснее. Он вкусный, но я думала, больше вот этот вот запах вишни будет присутствовать, или вкус вишни. И что хочу сказать, он еще с какой-то сладкой добавкой. Там немного сладости чувствуешь. И поэтому я этот чай заливаю еще лимоном, потом мне вкуснее так. Да, вот, кто тоже завтракает или кушает, всем приятного аппетита. Ребята, всем привет. Сейчас сходила в магазин Action. И в ДМ, и приобрела. Здесь что-то в Action опять купила. Мой сухой шампунь. Опять он появился, кстати. Вот, три баночки купила. Он сколько? Евро 75 уже стоит. И купила краску. Мне нужна черная краска, но у меня уже кончилась. И вот такую вот красивую зеленую взяла. Вот этот цвет мне сейчас очень нравится. Она стоит сколько? 3 евро, если я не ошибаюсь. Так, это был магазин Action, а в ДМ я купила мои любимые продукты для лица. Чи! Извиняюсь. Мои любимые продукты для лица. Это такое вот молочко. Каждое утро, каждый вечер вытираю мое лицо. Затем гель для умывания тоже утром и вечером использую. Это для нормальной кожи, это для сухой и сенсибельный хаут для сухой кожи. Но я тоже им пользуюсь, потому что другого молочка там нет, только вот это. Или я просто с закрытыми глазами хожу. И покупаю всегда вот такую вот водичку. Тоже утром и вечером ее использую. Затем купила вот такую штучку. Ну, это вот тут вот, чтобы убирать. Затем новую пилочку купила, я не знаю, я для себя до сих пор не могу найти хорошую пилочку, они мне все как-то не нравятся, все не подходят. Взяла вот эту, хочу попробовать. Затем купила, ну, для ухода, вот так вот, у меня были, но они покончались, вот как раз вот от этой фирмы. И купила тоже для ухода, это что-то такое, какой-то зерум для ногтей. А это тоже наносит, чтобы ногти не ломались. У меня все ломаются, я не знаю, что с ним делать. Вот, хочу вот это использовать. Но вот этим нужно, получается, 2 раза в неделю. Или даже 3 раза в неделю пользоваться. Наносить без конца, но я ленюсь. Я это делать, наверное, не буду. Но если я буду хотя бы 1 раз в неделю это делать, тогда надеюсь, что это будет хорошо. Это просто пипетка, просто на ноготь наносишь. И оно должно помогать ногтям, ну, чтобы они хорошо росли. Ну, посмотрим. Буду рассказывать в пустых баночках. Вот такие у меня покупки на сегодня были. Ужин у нас салат. Здесь салат, яйцо, тунец, помидор, огурец, также красная свекла. И все, больше ничего здесь нету. И у нас еще также здесь арбуз. Очень вкусный, кстати. Покупала в Lidl такой зеленый вкусный арбуз. Кто тоже кушает, всем приятного аппетита. Садимся сейчас кушать. У нас такой салат. Здесь паприка, также здесь помидоры, кукуруза, фета-сыр, лук. Все заправляю маслом. И очень вкусный салат получается. Затем яблоки вкусные, такие вот, ну, которые растут у моих родителей. И затем тут вода. Вот такую новую воду купили. Называется Проля. Очень вкусная вода. Она не такая сильная газированная. И мне эта вода очень нравится. Фабиан говорит, она ему не очень. А мне она, например, напоминает вот этого буржуя. Буржуя вода такая есть.
В Калининграде мы ее покупали, очень вкусно. Но она не такая прям резкая, но что-то напоминает мне, прям очень понравилось. Кто тоже кушает, всем приятного аппетита. Ребята, всем доброе утро. Пока еще могу выходить на террасу, выхожу, чтобы позавтракать. Еще так пойдет, так не так сильно холодно. Сегодня у меня на завтрак самолет летает. Когда выхожу на террасу, сразу самолет. Не знаю почему. А сегодня у меня сырники. Очень люблю эти сырники, поэтому рецепту делать. И также у меня сегодня мармелад, нет, повидло, нет, варенье из черной смородины, очень вкусно. И буду пить вот такой вот чай, холюндакеша. Такой нормальный, бывает вкуснее, чем вот этот. Да, так у нас, смотрите, на такую красоту я смотрю. Мне, как говорю, еще нужно розу обработать, я ее еще не обработала, и вот это вот все срезать. Да. Так, цветы, которые здесь, ну вот эти пальмы, которые у нас вот тут летом стоят, мы их уже занесли, потому что боялись, что будет холодно и они замерзнут. Да, у нас как раз один день было прям такое похолодание, нам нужно было даже машину отцарапывать. Да, вот так вот. И вот тут, что летом стояли, вот цветочки я покупала, сажала, тоже убрала, потому что тоже забоялась, что они прям пропадут. Ну а так, смотрите, какие у меня подушечки новенькие, прям красивые, мне нравятся, прям все по-осеннему. Да, и свеча, она у меня пропала, я не знаю, что сделать, может быть, выкинуть, а может быть, перетопить и новую свечу сделать, не знаю, посмотрим. Ну вот, кто тоже кушает, всем приятного аппетита. Сегодня нам сделала вот такой вот салат со сметаной, здесь салат, свекла, помидор, затем тут такая вот колбаса, ну, как говорю, сметана, я перемешала с молоком немного, затем кунжут и семечки, и еще два яйца пожарила. Ребята, всем привет! У нас сегодня такой вот ужин будет, здесь салат, ну, как всегда, айсберг салат, помидор, фета, сыр, моцарелла, тунец, укроп и кунжут. И я себе еще сделала десерт. Здесь у меня попкорн, я его в микроволновке подогревала уже, наверное, давно, не, может быть, полгода или год, может быть, попкорн не делала. Сейчас увидела, что у меня еще пачка от попкорн есть, и я вот сделала себе. Это сладкий, кстати, попкорн. Я делаю его, как говорю, в микроволновке. Они продаются в таких вот пакетах. На 3 минуты ставлю на 450 ватт. Да, если повыше поставишь, то он может подгореть. И вот. Это будет мой десерт. Кто тоже кушает, всем приятного аппетита. Ребята, всем привет. Фабиан сейчас ходил закупаться. Здесь он купил нутелла. Затем шоколадку от Милька. Такая с орехом и с каким-то темным шоколадом начинка. Затем купил апельсиновый сок. 6 бутылок. Также такие вот печенья. Принц Нуральна. Ну, внутри шоколадка тоже. Липку. Вот такая вот рождественская выпечка. Купил вот такие вот конфетки, это как по типа Kinder Bongs, но они от Lidl, от Lidl. Такие купил, потом Actimel купил, два пакета клементинов, яблоки купил, помидоры, Baby Bell, гранатовый, ну гранату, по 75 центов они были. Затем перец здесь, ну паприка. Так, здесь еще сыр, рыбка вот такая вот, виноград светлый, темный, мюсли, вот такие вот с тремя сортами шоколада, темный, молочный и белый, потом два огурца, вот такой вот пудинг, мусс и вот такой вот шац, и вот такой вот пудинг. Да, и вот за это сколько заплатил? 56 евро он за что-то все заплатил.